Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, то, что у меня появился новый промокод, и вы теперь можете вводить и получать за это деньги. То есть вам всего лишь нужно прописать /mm, символ пункт промокод, указать друга ютубера и вводите мой новый промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет вкачать уровень, а вкачать уровень очень легко с помощью квестов. Поэтому берите, вводите мой промокод, качайте уровень и забирайте свои деньги. Этих денег вам хватит, чтобы купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова серия на проекте Amazing Holy Play. Это второй сервачок, где я играю. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам просто хочу рассказать, как реально можно заработать 1 миллион за несколько часов. То есть я вам поэтапно сейчас покажу и расскажу, как реально с нуля подняться на данном проекте. Я надеюсь, то, что данное видео будет очень полезно, потому что я знаю, то, что многие начинают играть с нуля на втором серваке, и специально для вас я записываю это видео. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я очень хочу добить до Нового года 22 тысячи подписчиков, поэтому кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, пройти квесты, потому что без этого вы не сможете прокачать определенный уровень, который вам нужен для заработка. Поэтому, как только вы заходите в игру, вводите промокод и идете, проходите квесты. Есть, получается, 3 квестовых персонажа, я прошел только 2, третьего нету смысла проходить, потому что если вы пройдете 2 этих квестовых персонажей, то вам этого хватит, чтобы вкачать 8 уровень. А 8 уровень вам нужен для того, чтобы устроиться на работу дальнобойщика. Да, пацаны, вы просто подходите сюда и проходите квесты. Я как бы все квесты прошел, что у Феди я квесты прошел, что у Анжелы. У Виталика я еще квесты не проходил, потому что там квесты связаны конкретно именно с организациями. Но если вы пройдете квесты Федора, получается, ну точнее Феди и получается Анжелы, вы заработаете себе опыт, то есть прокачаете 8 уровень, вы заработаете донат и вы заработаете спецочки. То есть я вам реально просто советую проходить квесты, потому что по-другому вы не сможете подняться на данном проекте. Вам обязательно нужно проходить квесты, чтобы максимально быстро вкачать уровень. Но на этом все не заканчивается. Давайте я вам подробно расскажу, как вообще работать дальнобойщиком, чтобы за несколько часов заработать 1 миллион рублей. Я снимаю изначально этот ролик для того, чтобы у вас была реально мотивация, чтобы вам на личном примере показать, как можно легко заработать 1 миллион. Тот миллион, который у меня на руках, я его заработал чисто на дальнобойщиках. Примерно за 8-10 часов я заработал 1 миллион. Это при том, что я катал на компанию с процента 12, понимаете? То есть, если я катал бы на себя, я заработал бы, конечно, больше. Из-за того, что я катал с процентом, то есть мы делаем шанс того, то что вы будете катать на личной фуре, это понятное дело, то что личную фуру вы сразу себе не купите. Но вы, в принципе, можете просто уступить в компанию и как бы работать в компании. То есть мы рассматриваем именно этот вариант. Квест вам нужен для того, чтобы вы вкачали уровень и пошли работать дальнобойщиком. Я считаю, то что это лучшая работа, и заработать миллион реально очень, пацаны, легко. То есть я вам на личном примере сейчас это докажу и покажу. Смотрите, я, получается, работал в компании, мы пишем команду C-Info, и вы видите то, что я в компанию накатал 248 тысяч. То есть я работал там в день по 2-3 часа, и я заработал себе на руки 1 миллион рублей. Также давайте я вам покажу свой скилл дальнобойщика, то есть я реально хорошо его прокачал. У меня уже 8 уровень, пацаны. То есть реально за 3 дня я вкачал 8 уровень дальнобойщика и заработал на руки себе 1 миллион рублей. За 1 миллион рублей уже можно купить себе, получается, квартиру, машину, а с промокода еще, если уведете, тоже можно заработать 450 тысяч. Также, если вы хотите, по желанию, вы можете вступить даже в нашу транспортную компанию, мы вам не откажем. То есть мы всех принимаем, особенно тех, кто приходит к нам с нуля играть, либо кто перевелся там и так далее. То есть мы всем реально помогаем. То есть если вы хотите работать, мы можем вас принять в транспортную компанию, и вы здесь можете заработать свой первый миллион, как сделал это я. То есть сама суть, пацаны, в том, то что я сам заработал 1 миллион рублей за несколько часов. То есть это реально для меня круто, потому что я играю с нуля на данном проекте, а именно на втором серваке. То есть я на личном
примере вам хочу показать, то, что это все возможно. То, что не нужно там, знаете, отчаиваться. Нужно просто немножко поработать, и все. У вас будет 1 миллион рублей, понимаете? У нас в компании уже есть 5 магнумов, то есть у нас есть все условия для работы. То есть 5 Volvo и есть еще 5 магнумов. Я знаю то, что просто многие переходят на второй сервак ко мне, потому что я недавно сюда перешел играть с нуля, и многие пошли за мной. И я вам просто хочу показать то, что, пацаны, вот он заработок, понимаете? Вот, вы берете просто, качаете уровень, берете, устраиваетесь дальнобойщиком и работаете, все. И буквально за 8-10 часов вы уже можете заработать лям. Для меня самое главное, это вас просто замотивировать и показать, как, что нужно делать, понимаете? Чтобы вы пришли на сервак и знали, что вам делать и где вам заработать. Вот и все. Дальнобойщики, как и была работа самая лучшая и самая прибыльная, так она и осталась. На рыбалке вы столько не заработаете с нуля. На рыбалке нужны вложения, а здесь вложения не нужны. Вы просто берете, качаете уровень, вступаете в компанию и идете работаете. Все. Я надеюсь, то, что я вас смог замотивировать, пацаны, потому что по-другому не знаю как. Просто я вам все объяснил, показал, рассказал. Надеюсь, вы меня поняли. Реально, кто начинает играть с нуля, делайте, как я сказал, и вы просто будете успешный, богатый человек. Реально. Вы буквально через неделю уже сможете купить себе дом простенький и машинку, понимаете? И просто будете с кайфом играть. Короче, пацаны, что я вообще предлагаю? Я предлагаю сейчас этот 1 миллион потратить не впустую, а именно на дело. Я хочу немножко прокачать свой автомобиль, потому что мне его не нравится внешний вид. То есть он никак не выделяется, а вы знаете то, что я люблю выделяться, и этот газон у меня надолго, я хочу реально его сейчас просто сделать красивый, чтобы вы, в принципе, меня узнавали на дорогах, и чтобы я просто, знаете, выделялся, и мне эта машина, чтобы самому радовала глаз. То есть реально, я этот лям заработал потом и кровью, знаете, можно так сказать. И сейчас я его трачу просто на тачку. Ну, пацаны, это я люблю ездить красиво, поэтому, ну, по-другому никак. Так, диски мы тоже красим, конечно же. Ох, нихуя себе, блять. Я хотел себе бак поставить, но бак, сука, стоит 6 миллионов, пацаны. А антирадар сколько стоит? 3 миллиона, ебануться просто. Сигнализация, 3 миллиона. Ебаться в телевизор просто. Ебать тут цены, пацаны, я хуею просто, реально, я в ахуе. То есть, по итогу, мы поставили диски и только покрасили машину. Я извиняюсь, пацаны, за мат, просто я увидел цены, я реально просто в шоке. Я реально под впечатлением, потому что я до этого цены не смотрел в СТО. Также бы я хотел сказать о том, то, что сегодня в 16.00 будет стрим, поэтому буду вас ждать всех. Кто желает вступить с ним в компанию, приходите на стрим, мы это там все сделаем, потому что, честно, не всегда могу вас принять куда-то, потому что я не всегда в игре, либо немножко занят, поэтому на стриме я вам уделю максимально времени, приму вас в семью, в компанию там и так далее, посидим, пообщаемся. Также со мной будет стримить Америкос, поэтому, пацаны, сегодня в 16.00 по МСК буду всех вас ждать на стриме. Это миллион, который у меня был, я заработал чисто на дальнобойщиках. Это не деньги из квеста там, либо еще откуда-то. Это чисто этот миллион я заработал на дальнобойщиках. Просто понимаете, решил об этом записать видео, потому что многие просто приходят и не знают, что делать, понимаете? Они там работают, там пошли в казик, все слили и ушли из проекта. Пацаны, работайте, как я сказал, и все. И все у вас будет хорошо. Про казино просто даже не думайте. В казино вы не сможете подняться, понимаете? Я вам показал просто схему, как просто зарабатывать миллионы, пацаны. Все уже зависит от вас. Если у вас будет желание, вы будете работать и зарабатывать так же само миллион, как я. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать данное видео. Надеюсь, вы меня поняли, то, что лучше заработка, чем дальнобойщики, вы не найдете, потому что на дальнобойщиках не нужны никакие затраты. Вам просто нужно работать и все. То есть вам не нужно вкладывать деньги в эту работу. Она сама вам будет приносить деньги. Кто желает, приходите на второй сервак, я вас всех буду ждать, я вас могу принять в семью, в компанию там и так далее. Не забывайте, конечно же, вводить промокод, чтобы потом, когда вы прокачаете уровень, получить 450 тысяч рублей. Это вам очень сильно поможет. Ну и, конечно же, пацаны, не забывайте ставьте лайки и подписываться на канал, потому что для меня это очень важно. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.